просто отец. Да, я здесь. Ты готов? Да. ДК, можешь гулять. Да поглотит вас пучина вод. Сильно не убивайтесь, дайте ему поставить. Пойдет? Ну, в принципе, пойдет. Если есть трэш. Там по КД был. Так даже проще. Да заебал. Не говори. У меня рекорд на этом боссе 10 раз, как он меня откидывал на фонтан. Я только по КД прям. Блин, у меня рекорд 10 раз. Мяко вагон. Пока тут, подними мяку. Что, звезда смерти развалилась? Подними шторы, шторы, подними мяку. Как вы так падаете? Это все чудесный луч. Шторы поднимите. Тимыч, вон, подними шторы. Пробафайте его.
Настя, это Настя. Это страшно, что не ловит, я-то тут кручу. Фу, Настя вагон. Настя откатилась? Откатилась, Настя? Нет. Шторы поднимешь. Уже фаза вроде, выходи сюда тогда, шары лови. Выходи. Смотри, ему надо просто дамаг. Шар. Все, 1% добивайте. Спойли. Ну где ебучий пояс? Это да. Следующий раз. Да блин, с моим посещением рейда. Следующий раз будет 2021. Судя по обстановке в мире, не факт, что будет. Угу. Вот, я еще и стимул ходить чаще. Хили себя, штора, хиль. Подохнешь же. Луци, не покажи, пожалуйста. А зачем вот этот трэш вообще бить? Можно с той стороны подняться. Мяка, ты сейчас сагришь моба. Мяка. Давай, Войт, вперед. Типа, зачем вы это ставили? А нахуя этот трэш его слепить? Куда ноги не будет? У него здесь такое, да. Мы не туда пошли, да? Воет, не в ту сторону, воюй. Ну сказали, начинай, я и начал, блядь. Не, ну тут барон, никаких претензий. Какие воронки? Ты когда последний раз тут воронку увидел? Че, воронка выпала, да? Угу, да. Воет, да, из уха. 15 а раз. А че там воронки стоят сейчас? Ну, полторашка. Полтора. За 500 видел. 1200 самый дешевый, что видел. Мне бесплатно я видел, предлагали. Так даже печенька-то пятая не реанимирует, да? Чего говорить, сюда надо, да? А, на туре вон один рос. А зачем вообще их бить? Можешь с той стороны шабыть. А все равно, что с этой стороны один пак бить, что с той стороны один тот... пак бить. Там пак помет. Ну что вы делаете? На пульте. Это называется луч. Луч? Ну и танчи тогда. Да я и на боссе рвал. Мне кажется, сейчас это будет самый веселый босс сейчас у нас начнется. А чё, нормальный босс?
нормальный капот опал танчик, да, нормально. Мне кажется, что все или попахивают байком. Я дыкашником нас... танчик. У нас же враск. Я тут слышу, враск хочет потанчить. Нет, мой кусок четвертый вы вчера продали, сори, но нет. FT4. Где воронка лежит? Да нигде. Воет, дурачок. Но не говорят воронка, я и сагрил. Угу. Увидели в мобе еще не убитым. Ощутили сердцем. Спротопал просто по игру, как раньше. Че, моб не спидозный, можно подходить? Кирс. Он не то что спидозный, он коронавирусный. Кирс должен быть где-то здесь. В личку отвечает, во всяком случае. Давай в гильчат ответить. Кирс, зайди, пожалуйста, Даркиса заменить. Вот там Проня в курсе новую фигню, там надо стрельнуть в последнего моба и притвориться. Говорят, работает. Да не то, что дорога говорят, может еще. Говорят. Дорогу через ваниш можешь все сделать. Там проще. Да, да? Нахрен, проще хантом уже проверенный способ. Че, гидросопад так? Ну. Далее уже заходи. Тут опасность. Бегите туда, зачем вообще? Не, останьтесь здесь, там хан. Кому там гидрос не нужен? Мне. Проня, иди это. А, так, стой. Ханта, не трогай единственного. Не, Проня не отпущу пока что. Не, он Розелину можно заменить. Давай, Розелин. Ты ж Ранина на пол бросьте. Это чё, Алоэ с Луцинем и с тобой потанчат, да? Мне в СВ подамажить? Или подсказать? Да, типа, блядь, все им там трэши тут поддержать парочку. Ага. Дай чё порт делал ран. Шкаф, поставь Локи, пожалуйста. Самонёте. Такс. Сейчас на что. Может, там? Может, пусть Розелина остается, а Кирс так и сидит где-нибудь в жопе? Кирс за моего перса зайдет, когда у меня строители приедут. А у меня, правда, аркан. Так нормально сойдет аркан, хули, природа. Минут 20 всего. Ну вот я надеюсь, что они не приедут в эти 20 минут. Ну на крайняк я Кирсу аккаунт дам просто. Бунт Моза кричит, что там? Он хочет, чтобы оставили демона в рейде. Розелину, в смысле. Локи спит не с демоном. Нашли решение. Да, я проехал. Дайте баф по миху. Мясо-то на пол смотри. Я поставил. Короче, буду анонсить, так что слушайте, что говорю. Не хватает какого-то бафа, приста бафа, нихуя вообще. Сейчас покушаем, все дадим. После босса Джуса тыкните, пожалуйста. Короче, все даете на пол босса. Трэш, там, я думаю, 4 мопчика ДКшка с Луцинем заберут. Там их будет всего лишь 8, наверное. Все, еще раз даю проверку. Все готовы? Погнали. Ярус пула, бурстинг. Бля, чё мне фризит? Подождите, давайте стопни. Не бейте себе. Или на пул отдавайте. Улучшение от вас проходит. Дойдите за боссом. Не стоит возле меня тут. Можете пить.
Посмотри за знаком, когда там будет со 100 на 200, буду переводить. 200 прок, тогда будет. И хилы прохиливайте гробни. Рейдж наберите между. Пока сот. Ну 200 стук сразу. Руки за босса сместитесь. Раск. ДКшка. Стойте, никто возле меня. 250. Я-то на другую сторону. Блять, вот нахуя вы стоите возле меня? Уйдите нахуй. Мишка, блять, нахер ты стоишь вот тут? Что же трэш? Не стойте, блять, возле меня. Уважительная просьба, блять. Вы замораживаете меня. Да я не могу ни блокировать, ни парировать, нихуя вообще. Мишка сорвал агрон на этом, на бой, сейчас ляжет. Берсок как раз отдал бы. Соберешь? Нет, как он заберет-то? Ты же не думаешь, что надо мобов, блядь, берсо отдавать в сторону, сначала отвести, потом подвести. Денчик прохил. Сейчас Денчик ляжет за Дланжерт. Энжи, БР, шторы. Сотка, веди. Куда? Ну его убьют. Че, поднять Луциня? На полу, блядь. На сука. Те, блядь, если был бы на пол, босс пошел бы в меня. Чекай видео, или кто там снимает, был на пол. Попытался поймать. Значит, стопать ты не ударил. Просто надо. Значит, ты не ударил. Да. Выйди. Луцинь, КД, блядь. На пула пошло. КД этого самого, ну, самого скилла, и этот самый прокол не ударил. Луцинь, ты нормально? Скажи мне. Все, мозг есть вообще? Есть, я ж не сразу дал берсу. Я не думал, что... Нахуя ты ее вообще даешь? 4 моба стоит под боссом, блядь. Нахуя? Чтобы их забрать. Ну так отведи ты в сторону, блядь. Забери на себя, немного агрона бери. Подведи обратно, блядь, если не можешь. Вы, блядь, как первый раз, блядь, пришли. Мобы идут, отходите. Тотемы что там стоят? Просто отец. Иди про не это, убирай трэш. Ты не старайся на мобах миллион агрона брать, просто их отведи в сторону, тыкни пару раз и подводи с той автоатакой бег. Да там все мобы на мне будут, блядь. Я один этого босса оттанчу. Просто нахуя, блядь, давать берсу, когда, блядь, босс с перифазы приходит? Вопрос. Чтоб 200% агрона набрать. Не надо берсу вообще не. Бафы. Короче, не ебите мозг и этот. Трэш, короче, всю хуйню на полный мини. Все, ебло, банально. Стойте, блядь, волоебте. Крик на хп. Просто отец, Денчик. Доедают ману. Денчик, доедай, пока тут хилить нет. Да, Денчик, сиди, кушай. Я не позволю вам. За босса стали все. У меня герака доедает там. За босса, блин. Когда будет босс идти на этот, на эту фазу, все смещаются сюда, чтобы босс туда, сука, не пошел. Не появились дополнительные мобы. То же самое обратно, когда босс будет идти туда, все смещаются туда. Касается и РДД, и хило. Лучше у вас убьет, блядь. Появятся дополнительные мобы. Там по знаку 50. Ага.
начинаю бить. 250. Милик больно ж бьет. На пол всего на миг. Меня хорошо попросили. Отойди, сова, он заявился. Снимите, дайте два БР-а. Босса все бьют, а не трэш. По поводу ДК и Мишки, еще раз вот цень говорю. Не лезь, блин, в той стороне, нихуя не делай. Уже трэш на тебя. Сам, блин, заберу трэш, напулю тебя просто и все. Одного танка, весь трэш плюс босс, я думаю, не сложно будет напулить. 100. 250. Все сюда сместились, чё вы с той стороны стоите? Вот, опять, блядь. Какого хуя вы там с той стороны стоите? Сказал же. Когда идет фаза, блядь, все сюда сместились. Мобов, дайте на пол. На пол будет, блядь? Был на пул на перифазе, не бесконечно. Мобов на пульте просто. Видишь, сколько людей сдохло? Сложно, блядь, дать на пол кинуть веер? Ты меня слышишь? Вообще, на пол был на перифазе. Ты выбери, блядь. На перифазе тебе на пол давай, чтобы тебя не срывали. Мобы. Так мобы появляются на перифазе вместе с боссом. Так они на еще не сразу идут под босса. Он на пол опять 5 секунд продолжительность. Ну, VR дал и все заденет. Или нет? Благодаря напулу с тебя не ушел босс. Потому что никто не перебегает, как надо. Я не единственный напульщик здесь. Держу в курсе. Ну, так в том-то и дело. Не единственный. Сейчас будет 3 секунды. Ложитесь и выйдите. Эй, Войт, включи на пулы отслеживать. Кто что напуливает, блять, эту хуйню? Он мне и так показывает. Броня, наказы. Блять, мне надо распределять, кто кого напуливает. Или вы сами на это распределяете? На тебя. Почему, блять, весь рейд стоит там с той стороне, когда я босса уже сюда перевожу? Сложно перебежать? Короче, когда говорю стоп, вообще никто не бьет. Вообще, если кто-то ударит и сдохнет, начислю 1000. Сразу предупредил на это, на будущее. Если я увижу, что появились мобы и они пошли не на меня, начислю на пульщиком. Вам достаточно в два роги вихрь этот кинуть и все. Да, просто один с одной стороны и с другой, по два моба, нормально. Через напул они 100% ко мне пойдут, если, блядь, никто их бить не будет трогать. Мы вас не поднимем, заходите. Половину, точнее, вот эти, которые в конце. Неправда, блин, Кирс, зачем встал? Я дотягивалась вполне спокойно. Чё ты туда обманываешь? Ну вы чё делаете? Блин, япончик, ну ёбаный карась-то, дай резко. Да я подошел. Ну, я тоже подошла, я рисала. Не знаете, как рисать, но надо, блин, обманывать. Ну, давайте лучше про Симони. Ну, короче, мне встать. Выходите, да. Заходите, давайте, вы, ставьте шкаф.
Ники сейчас, блин, босса агрит. Сейчас сумоним. Когда босса веду, блядь, на эту фазу, где он сейчас стоит, весь рейд становится в одну точку, блядь, звездочка. Когда босса, блядь, веду, сюда, все, весь рейд полностью, милики, РДД, хилы, становитесь печенью. Тиму сейчас осталось. Если все будут стоять в этой метке, когда я буду босса переводить, проблем не будет. Трэш будет появляться за спиной босса. Будет идти через меня. Идите, выйдите, мы вам. Попробуйте отсюда мобосы выйдить. Надо того сарит. Первого, кто появляется. Окей, я понял. Там можно обитательно кинуть его. Сейчас Геро бурсты все тут. За боссом, значит, надо стоять за боссом. Или а не там, где стоит танк. Все, поехали. Стойте так. РДД, босс будет переводиться в ту сторону, где печенька. Значит, надо стоять с той стороны. И вообще все дамагеры. Когда босс будет сюда переводиться, надо стоять звезды. Сколько там на знаке? Сейчас сотка будет. Все. Сотка. Все, убежали в печеньку стали. На рендже друг от друга немножко. На пол. Всё, сейчас все убежали, стали, блядь, распределились там, где звезды. Спину бьет. Пуцин затонуть мобу. Но. Который спину меня бьет. Сколько? 50? Жали все стали в эту. Пока трошечок еще надо. Трошечок, стоите, блядь. Сейчас 500 будет уже. 502 секунды. Подбираю. Кто будет дамаг? Нормально. Все, дальше бьем. Yeah.
Гидра сафирачу. Сотка, сотка, да? Давай иду. А трэш еще стоит до сих пор, вроде дохуя, а у Ешера уже. Все перебежали, стали, блять, в ебучую печеньку. Долго прибирают все. Че, яснуть? Шторы? Ну да, под ней. Даже добивайте босса, все по боссу. Я... 15 лямов босс. Видишь, оно там нормально все тащит. Если весь рейд делает то, что надо. Сколько там? 50? Ладно, 50. Подобье. Пожался. Видишь, и проблем нет. С корабель, похуй. Ебать, а ну нахуй. Я на три. Ну, думаю, может себе взять. Две на сеть. Не, у меня нет его. Да, ну, у меня нету этой тени, я с чашкой хаймуской хожу. Я же видел, у тебя вроде была. Мне на ДКшке. На паладине у меня нету этой тени. Печально будет. Тебе на паладина кидать эту тени? Я пока... Брать... Пока... Подержи, пускай у тебя... А кто ее там ролит вообще? Просто если ты не забираешь, то там алоэ док. Алоэ. Отдай алоэ. Пускай лучше ложь. Спасибо. Просто все равно так подумал. Типа, куда она мне пригодится? И типа в ОКХМ не вижу боссов, куда она мне пригодится. Да она РБКшная тринята, по сути. Ну только что стаму дает топовую. Ну просто я не вижу реально, куда она мне пригодится. А в комплекте это... с этой сброшенной. Я кольцо на успех ролил, если можно. Если нельзя, то за ГП не надо. Там оно только тебе и ЛРэю. Я не знаю, кому из вас отдавать. ЛРэю, да. ЛРэю менеджер. Ну так я на успех. Лрей на оф тоже. Это мутиковское кольцо. Какая разница, ты ДД, блядь, нету успеха мутик. Есть спеки танк, хил, ДД, РДД, блядь, все, вот это успеки. Все остальное. А бохи. Если кот сова? Кот сова это. Сказал ДД, РДД. Шмот отличается у дамагеров и РДД, ну типа у МДД и у РДД шмот же отличается. Полный. Нет, у меня ссылка, это самое сапфировое. Единственное, что с котом и мишкой там проблема. Что там как бы некоторые шмотки одинаковые идут. Окей. У Элемы и Ршама тоже ничего.
там всякие с мастерством, там пояса, тапки всякие. Ну-ка, тоже не надо много мастерства. Нет, это уже дело в другом, дело в том, как человек собирает. Чё, локи пускай заходят, Луцин танчил уже, да, в прошлый раз? Ну да. Трошак. Ну, гвардейцев танчил же ты вроде. Да, да, так я ж каждый раз их танчу. А, ну все, ты на гвардейцах, алоэ кайте, ты все из-за... Даркисы с Розелиной запустите там в рейд. Локи по приоритетнее будут быстрее закрывать. Может там кому не надо? Я уже заменил Кирса. Что ты стоишь? Тимыч, ты там все успеваешь? Тимыч? Да, да, я пока успеваю. Думаю, мы за 20 минут запинаем. Весь трэш соберите. Сейчас пусть танк стоит, я приведу. Лех, нам вечерний рейд нужен, 271-й хант. 4-5. Не помешает, смотря что за хан. Никнейм какой? Валини. Ну, он у нас покупал уже когда-то что-то там. Не помешает, пока что походит по этим ЗСКам. Он говорит, Зелпас. Пока ему не важно, пока карантин там еще один. Утро. Сейчас и заберет. Это, типа, пока он может ходить либо туда, либо забери туда. Забери вот этот левого. А так вечер вот. Больше. Ну, я говорю, пока что пускай, ну, типа, новичков, которых ты берешь, пускай не рассчитывают на око. Не, ну это понятно. Единственное, что к нам там холипал идет, возможно, даже два. Вечерний бисовый холипала. Я там насмотрел. Одного уже давно, что я его в ближайшее время реально очень упал один нормально. И в ДВРе там есть пару кандидатов. Ну, пока что кандидаты на проверке. А где они проверяются? У меня камни там вставляют все хорошие. Кто-то там да закрывает Зуламан. Настюхи пишет. Или Кирс. Понимаешь, я сразу, вот, если беру человека, то я беру, во-первых, с доступом. Во-вторых, если я беру там целка камнями, то даю неделю, чтобы эти камни сделать. По-нормальному. И чарки. Если некоторым не дают, некоторых, допустим, сразу ловят. Пока не сделаешь, нихуя не возьмут. Все зависит от доступа и всей этой. Сейчас вот на данный момент где-то человек, наверное, 6 в ДВР просто, блядь, меняют камни и чарки. И причем кстати, Настя. Причем, знаешь, этот, есть люди, которые уже третий раз не могут, блядь, нормально сделать себе камни и чарки. А третий вот раз, когда бегают, я сделал, блядь, я нахожу. По-моему, не стоит такого брать просто. На присутствие. Нет, там, понимаешь, типа, спорный нюанс. Денчик, давай ты в кресте, Настя, ты в квадрате, пока тут луна, трусы, просто отец, ромбик. Так, а вот йота на ДК в какую метку?
РДД зона, япончик, крест, разелина, квадрат, Локи, луна, резист, трусы, мекозонтик, ромбик, Энджи, крест, нямка, квадрат, Даркес, луна, Мозер, трусы, Милизона, Намикадзе, ромбик, Фарада, крест, Лрей, квадрат, Вага, луна, Проня, трусы, Враска, ромбик, Ютен, крест, Тимыч, квадрат. Войт где? По-моему, слабых миликов на крест поставил, по-моему. Войт, ну поставил он тоже в кресте. Ага. Так, на Розелину и на Локи сейчас поставлю метки. Луцинь, трэш пособираешь, алоэ, посиди на боссе. Хорошо. Япончик, дай минуту, пожалуйста. Прилог нужен. Давай. А чё пусть пула Луцини танчит трэш, потом выходит? Кто на боссе сейчас? Алоэ док на боссе. Луцинь собирает трэш. Так, что там? Настя, что ты там? Только тебя ждем. Не меня, а Кирса, который должен за меня зайти. У меня газель подъехала. А-а-а. Газель у нее, видите? Ну, ты посовывала брутальная женщина, что ли? Да, уже достала перчатки. Бля, посмотреть бы еще Satisfaction включить. Вот из него токсикоз, что ли, или что? Надо репу включать. Лёш, только за дополнительное ЕП. Дай ей один ЕП. Ну, вы и получите шоу на один ЕП, вы же понимаете. Ладно, для меня включишь, они обойдутся. Ну. Хорошо. Чё, кому трейд кидать? Давай я в ДЦ спекнусь и уже пойду. Это, ты в квадрате, по-моему, стояла, да? Не-не-не, мне шапка нужна на шамана. Ну а чё, я не виноват, что он так долго заходит. Кирсгорн, ёбаный карась! Он в ДИСе вообще? Да! Да, в ДИСе. Я в ДЦ, короче, спекнусь. Я тебе спекнусь! Там, слышишь, там Рок на мейн спек ролит. Как вы нового хотите забрать? На какой офф? Он на мейн хочет забрать, так что... Я говорю, как... Так Настя тоже на мейн.
кто выше. Не, да, однозначно, скорее всего. Да, ну я выше. Да, вот там нету 7К. А, ну конечно, тогда я выше. Все, короче, мы уже спулили. Тогда у тебя нет 7К. Кто спулил? Сейчас я ману. Если я ману успею резнуть полностью. Ну, ладно, я поняла, я захожу. Кирс пошел вон. Долгий. Вот что. Тогда, блин, придется посраться или доплатить за простой газель. Спасибо, Кирс. Так ты шамана своего запусти и пусть стоит себе. Нахилить кто будет? Микадзе. Он япончик спекнется. Я уже в ШП обратно спекнулся. Все, пуляйте, босс. Не подождать минуту, просто жопа свербела, да, япончик? Все стоят, сейчас у меня уже люди будут разбегаться. Вон Тимычу надо тоже бежать, там еще другим людям надо бежать. Минуту. Минуту. Мы давно так и забивали. ЗС за 4 часа. 3-4, мы в 2 час начали. И у нее 15 минус 13, 4. Реально сегодня очень долго уйти. Ну я утрирую немножко, конечно, но не сп... В два раза утрируешь, получается. Ну час до конца РТ осталось. Это уже Настя, обидно будет, да, если не упадет токен? Да нет, почему? Если кто-то заберет другой. Ну и это тоже не очень обидно. Обидно, когда на тебя хуй кладут и запускают босса без тебя. Неважно, получаешь шмотку ты там босса или нет. Это уже претензия к Кирсу. Почему к Кирсу? Сейчас к япончику претензия. Ну, я не запустил без тебя, ко мне претензии. Не успел, потому что. Всё, у меня стояла загрузка сейчас. Загрузилась до конца, и вы запустили, если что. Ебать ты долгий, Кир. Так было. Ебать вы резкие. Ты бы еще хоть отзывался в диск. Могу тебе пошипеть в микрофон. Звони. Блинчик прохил. Нам бы еще хила сюда. Чё, есть у него 7К ИП или нет, это проверенный человек. Чё вы, блядь, никуда запишите? РДД больше по городе сыграет. Никто меня не знает? По страннику. Луци, не лови этого гвардейца. Сука. Я
Странник с трамвая. Вижу, вижу. В кресте зеленый. Зеленый в кресте. Войд, подними Фарада. Сейчас странник выйдет еще раз. Захильте Фараду. Вот опять в кромбике вышел. Там уже. Пока. На тебе. Мобы. Ну локов-то нету рядом, бля. А ты здесь. Вон разъедет. Вон я в середине стою. Понимаешь, не достает, блядь. Ближе надо подойти. Ты в какой метке? Сейчас моб подойдет. Сейчас подойдет вообще. Быстрее. В локи пришел, отлично. Локи портал пропал. НЖБР Мозра. Вон он, дайте Розелине, Розелина рядышком стоит. Еще один гвардеец. Не успели. Все. Добейте гвардейца и странника. Он на мне. И босс мне. Прохил Луциня, прохил Луциня. Луцинь босса держи. РДД сбейтесь в кучу сейчас, как-то пьем. Высокого. Киннер просто все. Тимыч, поднимаю враску. РДД в кучу. Скатом РДД. Прохил. Забирает. Я один завалил. Да. Скат. По скатам больше РДД сыграйте.
Геру? Рано. Бегут фазами, рано. Да на 10 лямах обычно даем. Сейчас у нас все будет в этом говне зеленом. Алло, лужа! Лужа в миле, отойди. Там у тебя луцы. Не фартануло. Шоколадка к успеху шел. Чё, картальчик целка или чё? Не, всё, на этом всё. Завтра целка будет. Я пафочку. Тоже думаю, можно квартальчик ссылка бахнуть. Смотри, сейчас уйдет Настя, сейчас уйдет Тимыч. Андаркес уйдет. Три человека. Ну, тем более Даркис остается. Два. Только тот здесь? Этот, ты на вечер сегодня сможешь остаться или нет?